Мурасакиро но Куалия, третья глава. Расширимся чуть-чуть. Кстати, я выяснил, что у этой штуки ранобэ есть. То есть манги это адаптация. Гаку. Как дела? Ой, ты же у меня дома. Ну да. Слушай, а что ты делаешь? Модельки, ага. Я крашу модельки. В респираторе. Однажды, когда вентиляции еще не было, я надышалась растворителем и упала в обморок. Теперь, конечно, здесь есть вентиляция, но мама хочет, чтобы я красила в маске, на всякий случай. Подожди, я почти закончила. Значит, ты собираешь модельки? Да, обычно я для себя их делаю, но сейчас меня попросил друг моего брата. До завтра нужно все закончить. Так, зачем ты пришла? И правда, зачем? Ну, для начала, может, я помогу тебе? Хочешь помочь? Хорошо. Возьми кусачки и вырежи детальки из формы. Кусачки? Хорошо, я попробую. Помню, у меня в свое время что-то дарили, то, что тоже нужно было вот так вот вырезать кусачками и что-то там как-то складывать, но так оно у меня осталось не сделано, по-моему. Не мое совсем. А людям, да, я знаю, процесс, видимо, нравится сам этот сбора. Я уже закончила. Кстати, Гаку, детальки очень маленькие, постарайся ничего не потерять. Да, ничего, что не в такой куче. Как ты их различаешь? Ничего, смотри. Их можно просто скрепить. Жми, пока не услышишь щелчок. Здесь даже клей не нужен. Вот так. О. У тебя в саду много таких роботов. Ты всех их сделала? А этого собирала раньше? Да, это я их собрала. А такого я раньше не видела. Наверное, какой-то новый. Ты собрала этого робота, хоть не видела его раньше? Даже в инструкцию не взглянула. Мне не нужны инструкции. Собранный робот уже нарисован на упаковке. И вообще, у каждого робота есть свой образ, ведь так? Некоторые из них созданы для полетов, потому им нужны крылья. А у других есть свои особенности, которые тоже нужно воплотить. Если будешь учитывать их особенности, а не то, как их делать, никаких проблем не возникнет. Творческий подход. Я бы так не смогла, но ты замечательная. Да ладно, я всегда ошибаюсь. Однажды я перепутала крылья ангела с птичьими. А бывает, что у роботов просто нет четкой темы. Так что я только учусь их собирать. Это как вообще? Такое не каждый умеет. Наверное, этот талант у нее благодаря ее взору. В любом случае, это чудесно, это просто чудо. С такими талантами ты и на жизнь сможешь себе заработать. Ты правда так считаешь? Если честно, я хочу стать конструктором. Будешь собирать роботов для людей? Нет, конструкторы придумывают новых роботов. Неважно, кем ты хочешь стать, у тебя обязательно получится. Ведь ты такая мастерица. Для этого мне нужно выучить модели всех роботов. Конечно, постой, ты собираешь модельки, но не смотришь шоу про роботов? Они очень жестокие. Разве? Они ведь рассчитаны на детей. И все равно они жестокие. Не могу заставить себя смотреть, хоть и покупая модельки. Я сама представляю, что это за робот, пока собираю их. Ясно. Вот почему она. Не совсем понимаю, на чем тут. Типа это враг какой-то. Для меня это обычная картинка, но для Юкари. Слушай, может и мне собрать модельку? Типа что. Как бы плюс-минус это как бы для нее равно люди, которые также себя молодят. Ну, типа. Потому что ей кажется, что это борьба людей, ну, точнее, вот этих робо-людей
Мы же не знаем, в каком виде она их как роботов видят. Вот в таком виде или в каком-то другом. Правда? Тогда я выберу для тебя. Недавно вышла новая модель. Она подойдет тебе. Правда, я не знаю, что это за робот, но он отлично выглядит. Я не думала, что он так обрадуется. Хорошо, что я подняла настроение, но... Две девушки пойдут покупать роботов. А заодно давай купим и мобильники. Они есть уже у всех в классе. Мы купим одинаковые телефоны, самые дешевые. Давай. Хорошо, только у мамы спрошу. Не зря пришла. Решено, завтра же и купим. Да. Эй, Юкари, у нас телевизор не работает. Я сейчас буду. Разве это не для моделек инструменты? Ты хочешь... Пойду починю. Ну, кстати, да, можно сказать, что это... Нам же не говорили вроде, да, дату. То есть там 90-е, наверное. А хотя нет, он говорит, что старый телевизор, может и нет. Может и нулевые уже. Какой старый телевизор? И она починит его? Включайте. В эфире выпуск новостей. Юкари, ты умеешь и такое. Да, если есть инструменты, я что угодно отремонтирую. Широкий момент. Что? Да ничего. Она всегда такая рассеянная. Я не ожидала, что она на такое способна. Сегодня днем полиция взяла под стражу главного подозреваемого по делу о недавних убийствах, известного как токийский потрошитель. Подозреваемый Юичи Мацубара, 33 года. Отрицает свою вину. Чё видишь? Мяу-мяу-мяу. А, о, лучше посмотрите мультики. Ура! Гаку, можешь подождать немного? Да, хорошо. Я сначала не понял, что здесь переход, а не... Значит, что это разные фреймы, а такое ощущение не показалось, что это, ну, очередная вот эта линия стенки. Да, это Мари. Да, я видела новости. Нет, он не похож на преступника. Ха. Типа, у него консультируются? Ты что-то заметила, да? Да, извини, но мне нужно... Но ко мне должен кое-кто прийти, так что... Ты не хочешь, чтобы я осталась? Время так быстро прошло, а я так и не сказала, зачем... Не сказала тебе, зачем пришла. Меня разозлила Тенчу сегодня, и я забыла сказать тебе... Даже если ты необычная, ты такой же человек, как и я, и моя лучшая подруга. Поэтому я хочу тебя узнать лучше, чтобы быть к тебе еще ближе. Хорошо. Хаппи. Не надо плакать, вот, возьми. А Стэн, ты тоже будешь дружить? Что? Она никому не рассказала твой секрет. Выходит, не такая уж она и плохая. Поскольку следующий день был выходным, я остался у Юкари на ночь. Да, best friend. Мама Юкари оказалась красавицей, как я и ожидала. А еще я дружилась с близнецами Аой и Акане. Отец Юкари не пришел домой в тот день. Вместо него я поняла еще до того, как они представились. Это детективы полиции. И я не помешал. Спасибо, что не Оиши. Давайте быстрее покончим с этим. Мы надеемся на вас, Мари. Лучше не смотри. Он был прав. Мне не стоило смотреть. Фотографии с места преступлений с людьми, которым отрезали головы и руки. Наверное, это жертвы токийского потрошителя. Никакие это куклы из кино. Тела настоящих людей. Ох. Ну, то есть для нее это тоже дело непривычное, хоть и не занимается видением не первый раз. Хватит. А теперь посмотри на эти. Еще больше трупов.
А, живые. Список подозреваемых. Здесь совершенно разные люди. Какая красавица. Это которая проезжала мимо, да, ведь? Она! Что? Это девушка? Да, скорее всего. Только она способна причинить такой вред. То есть, это я так думаю. Она кажется мне такой. Я могу и ошибаться. Я знаю, мы используем твои слова просто как зацепку. Можешь не волноваться. Извини, что заставили тебя смотреть на трупы. Не стоит, в этот раз я сама вам позвонила. Сестричка, у нас микроволновка сломалась. Что? Гаку, извини, проводи их вместо меня. Югари, стой! Ты знаешь о ней? Да. Ее способность тяжкая ноша для нее. Если ты не против, будь рядом с ней. Не волнуйтесь, я никогда от нее не отвернусь. Спустя 1 неделю я прочитал в газете, что подозреваемого в убийствах отпустили. Это значило, что дело еще далеко до завершения. Тогда я представить себе не могла, что окажусь вовлеченной в него. Предхенд. Его конец. Ау, это Ваша полицейский, да? популярность растет. Найс цензура. Сейчас еще раз. Точно же она была, да? Да, вот это вот. Больше не было кадров. Да, больше не было. Но я запомнил, хоть и было совсем чуть-чуть. Не совсем я понимаю, к чему пока вся эта тема с роботами. Может, это просто показ увлечения и реально там дальнейшего чего-то. Но как-то много больно времени уделили. Может, реально какую-то роль сыграют в будущем. Ну и перешли к детективу такому. То есть уже не первый раз. Интересно, как вообще произошло их знакомство. Почему вот... Все же, ну, понятное дело, полицейские вряд ли так сходу начинают доверять. А я не читал аннотацию. Я поэтому стараюсь никогда ничего не читать лишнего. Я даже жанры не смотрел, когда начинал. Единственное, что я узнал, что здесь ранобэ есть, потому что мне правило написал, что он читал ранобэ по этой штуке. Я глянул, да, ранобэ вышло раньше, то бишь оно оригинальное. То есть как они познакомились в плане того, чтобы ей стали доверять? Вот эта у меня мысль была последняя. То есть на данный момент к ней приходят уже на полном серьезе. Тут она позвонила, сразу пришли. Никаких вопросов лишних. Как говорят, что типа да, это зацепка, бла-бла-бла. Ну, опять же, говорит, что он уверен в том, что у нее есть дары, что она не ошибается. Конечно, они проверяют все досконально. Да. Ну, видимо, я не знаю, это будет первая такая арка. Или это, опять же, ну, история не очень большая, поэтому, возможно... Я не знаю, адаптирована ли вся история в мангу, тоже вопрос. Надеюсь, да. То есть, может быть, это как бы и есть вся история, да, вот вокруг вот этого дела крупного. Вся, окей, хорошо. Нет, не читал Хант. Не, мне кажется, это скорее в ее характере, Махихуаха. В плане... это просто характерная черта. Не стоит придавать ей слишком много, как говорится, внимания. Хорошо, конец записи.